Минкей Entertainment представляет. Привет! И вот долгожданная третья часть «Мне приснился Оппа». Спасибо всем, кто участвует. А если ты еще не заполнила анкету, то ссылка в описании. Ну а мы начинаем. И первый сон нам поведает Настя Федорова. А приснился ей Дио из EXO. Я гуляла по парку и смотрела по сторонам, потому что я ни разу не была в этом парке. Потом я поняла, что не в своем городе, а еще позже поняла, что я не в своей стране, что я не в России. Я в Корее, черт побери, в Сеуле. Я так радовалась этому, что бежала, куда глаза глядят. Попасть в Сеул было моей мечтой. Позже, когда я остановилась, я увидела черную машину. Она вся тонированная, и за этой машиной бежали девушки. Как я поняла, там сидел их любимый Оппа или Онни. Через несколько секунд машина остановилась, а я наблюдала за этой картиной. Оттуда вышел Дио из EXO. Я была в шоке. Он был в темных очках. Когда он вышел, он их снял и увидел меня вдалеке и смотрел на меня минут 5. Через пару минут он подошел ко мне и сказал, что у меня необычная внешность, что я красивая и милая. Я поблагодарила его за такие слова, и он мне дал визитку с его номером. На следующий день он мне позвонил. Я удивилась, подумала, откуда у него мой номер. Я ответила на звонок. Он сказал, что это он, Дио. Он предложил встретиться и поговорить. Я спросила, о чем. Он сказал, что это очень важно, и я согласилась. Он предложил встретиться на берегу реки Хан, и я согласилась. В назначенное время я пришла, и он приехал, мы встретились, и я спросила, о чем он хотел мне рассказать. И он сказал, если честно, вчера я не зря тебе дал тебе свой номер. И на этом мой сон закончился. Ирина расскажет о сне, где было много айдолов, но больше ей запомнился Зелло. Забавен тот факт, но во сне с самого начала я знала саму его предысторию. А именно, что я была новым менеджером только созданной группы, которая состоялась из 3 девушек лет 20 и 2 девушек-близняшек лет 15. За последними мне и было поручено следить за их первыми выступлениями. Отчетливо помню, как я с кем-то из персонала поднялась на 7 этаж и также прошлась по коридору. Я перепутала нужную гримерку и нечаянно открыла дверь с надписью «BAP». На меня тут же посмотрели 5 пар глаз, а именно 5 участников самой группы. Их взгляд так и говорил: «А ты еще кто?» Я, напугавшись и разозлившись, быстро извинилась и пошла к двери, что странно, спиной, не поворачиваясь. Там я и врезалась в кого-то. Этот кто-то оказался Зелло. Он держал несколько банок с каким-то напитком. Я вновь извинилась и поспешила уйти. К тому же в коридоре меня уже звала одна из близняшек. Когда я вышла, то тут же эти двое увели меня к себе. Пару минут пришлось чем-то им помогать, а вскоре меня отправили за напитками. Самое забавное, что там я вновь встретила Зелло, который вызвался мне помочь протиснуться через огромную очередь. Когда все было куплено, мы разговорились. И я чуть со стыда не умерла, когда ляпнула, а мой брат с тобой родился в один день. Не знаю, зачем я это вообще сказала. В конце он сказал, заходи в гости как-нибудь. Это был веселый сон, я проснулась и пару минут не соображала вовсе. Ну и последний сон нам расскажет Лунный Кролик, а приснился ей Вишенка. Однажды, когда мне было грустно и мне приснилось, что мне написал Ви смс на телефон, чему я была шокирована и счастлива. Мы с ним, похоже, были друзья. Он написал тогда на корейском, но я как-то поняла, что он написал. «Будешь на концерте?» Чему я ответила, «Да». На этом концерте должно было быть много, очень много армии. Он мне немного нравился, как парень. Я начала быстро собираться, одела все лучшее, что только было, платье, пиджак и туфли. Потом, когда выходила, был дождь, сильный, с грозой. Начала на дороге ловить такси, и вот проехавшая машина меня обливает. Хорошо, что только ноги. Вот поймала машина и еду. Что от этого немного ухудшилось настроение после того, как облили. Когда я вошла в большой концертный зал, переполненный армией, чудом удалось попасть почти в первый ряд. Вышли BTS с песней Save Me.
Это любимая песня в их исполнении. Они выступали совсем близко, от чего было так реалистично. И тут началась строчка Ви в песне, и он был на краю сцены. Казалось, что до него можно было дотянуться рукой, но я стояла и смотрела в его глаза. Хотела, чтобы он на миг посмотрел в мою сторону, и это случилось. Это, казалось, так долго длилось. В конце выступления ко мне подошел какой-то тип, в очках позвал меня к кулисам, где Ви и предложил быть с ним. Он меня обнял, это было так смущающе, хоть и понимала, что сон. Он был незабываемым, особенно его боль в этой песне, как будто есть на самом деле. Мне хватило этого мига, когда он смотрел, я этот сон никогда не забуду. Он подарил мне улыбку. Спасибо тебе, Тэ. Вот такие замечательные романтические сны снятся нашим кей-попершам. Напиши в комментарии, какой сон тебе больше понравился. Спасибо, что досмотрели до конца. С вас лайк и подписка. А также не забывайте про наш сайт. Все ссылочки в описании. До скорой встречи.